Все-таки планирую я выйти в церковь, пройтись через весь город. Вот, жутко боюсь, что меня подведет этот телефон, потому что батарея сдыхает периодически. Ну, посмотрим. Сейчас вот вроде бы видео он сохраняет. Еще попробую включить шагомеры и посмотреть, сколько же там будет по расстоянию. Ну, тут главное, чтобы плохо не стало. Ну вот и первый трындец. Прошел я 2,5 километра, и у меня отвалилась на виндерсах подошва. Если хочешь показать, она не отвалилась, но она отвалилась, да. То есть вот так это произошло. Я уже ее клеил, на месяц хватило. Денег на новую у меня нет. Вот, уже темнеет. И теперь выбор небольшой. Да, она так приклеивается, но стоит шагнуть, она отваливается. Гриндерсом около 25 лет, наверное. Теперь вариант небольшой. Либо переодеться в летнее и попробовать все-таки пойти по потемкам и дойти до церкви, либо сдаться. Ну что, попробую все-таки. Прошло где-то 1:11, а я только дошел до того места, где у меня отвалилась подошва на гриндерсах. Благо я переобулся в летние берцы, самые обыкновенные, кстати, российской фирмы Армата. Ну ничего, терпят. А погода не сильно холодная, может -1. Но вот уже темнеет, уже 16:11, а идти мне еще очень далеко. Немножко от этого какие-то спазмы. Ну, вообще такие, да, вот так, колдовские места, как вот бразильские фавелы, так вот новошахтинские дворы. Фух, как я назад буду добираться, я тоже не знаю. Надеюсь, как-нибудь с Божьей помощью. Ну вот, то есть это такая стандартная ситуация. Уже убрал телефон, но вот грех такое не снимать. То есть все это дополняется карканьем воронья, и так вот выглядит вообще вот постапокалипсис такой. Там какая-то одинокая лампа горит. К сожалению, камера не передает это крупным фоном, но вообще прикольно. Улица Грессовская, дом 3. Да, примерно везде вот так примерно. Тут все старое, все советское, вот мозаики, остановки. Здесь время остановилось. Машины только набранные в кредит, говорят о том, что уже 2023 год. Люди, это стрёмно, но мне кажется, я дошел. Там вот трущобы, дома разваленные, ветки. Снимать не мог, потому что... потому что тупо нет тротуара. Вернее, есть, но он под слоем грязи километровым. Мне пришлось идти по такой же грязной дороге. Вот. Что это? Да, это детский садик, я был прав. Вот какая красотища. Вот советские остановки. Все любимые. С мозаикой. А вон виднеется храм. Кстати, прикольно, он довольно большой. Дороги к храму нет, то есть она есть, но она вот там непроходимая, там по колено грязи. То есть подразумевается, что все верующие должны быть на машине, а кто не на машине, тут пусть горит в аду. Но то есть ее реально нету, даже нету никакой-то обочины, чтобы пройти. То есть меня сейчас реально чуть несколько раз не сбили. Ну, тут уже все норм. Вот и купили. Да, добрые люди дали бутылку. Там можно сразу набрать святую воду из бака. Бутылка БУ. Ну, так сполоснул. Еще и батюшка как раз воду крестил, я в нее
крышку открыл, он в нее. Вот. Там раздевалка, вот люди заходят, омовение делают. И есть уличная, купили, ну, как видите, никто не купается. Так как я не имею возможности переодеться, то я вот в этой штуке умоюсь. И с Божьей помощью попытаюсь добраться домой.